Итак, друзья, все же стало известно, какую память и сколько получит RTX 3090 и получит он GDDR 6X. А как вы думаете, какой объем? Ну, давайте прочитаем. Сайт, видео cars.net ссылается на официальный отчет компании, который, судя по всему, не должен был попасть в сеть. По крайней мере, сейчас он уже удален. Как говорит источник, новую память получит видеокарта RTX 3090, объем составит 12 гигабайт, а пропускная способность 1 терабайт в секунду. Для сравнения, самая быстрая на сегодня RTX 28 Ti, оснащенная GDDR5X емкостью 12 гигабайт, Подождите, 2080 Ti оснащена GDDR5? Я думал GDDR6. Друзья, мне прямо вот стало интересно. Так, какой тип, тип памяти у 2080 Ti? Я точно помню, что у 2080 GDDR6 понимаете точно помню вот ddr6 друзья ddr6 это 2080 ti <laughs> никаких uh, gddr5x это у моей видеокарты 1080 может у 1080 ti тоже ddrx uh, ddr5 то есть друзья это ошибка авторов вот 12 гигабайт и э, скоростью 616 гигабайт в секунду. Э, вот действительно ссылочка здесь вот видно, Вот карта 3090 по сравнению со всеми остальными, ну скажем, титан. И вот тут видно, что 12 гигабайт. Опять же, друзья, это еще неизвестно, потому что до этого публиковали информацию о том, что... А значит, возможно будет 24 гигабайта. Но все же из этого отчета следует, что RTX 3090 получит чип GA 102-300 с 5248 куда ядрами, что на 20% больше, чем у топового TU 102. Заметим, что сейчас Micron говорит только о 8 гигабайтах GDDR6X, но в будущем она надеется перейти на 16 гигабайтные чипы. Непонятно, что значит говорит о 8 гигабайтных модулях, что значит потом перейдет на 16 гигабайтных, а вот 12 гигабайт будет. Непонятно. А, конечно, информация может не подтвердиться, но с учетом того, что отчет официальный, сама память продается фьючерсами, есть хорошее основание доверять источнику. Друзья, ну вот такая вот новость, что можно вообще сказать? Ну... Да, все-таки 24, на мой взгляд, действительно слишком ну не может быть, да, допустим, 2080 она имеет 8 гигабайтов, DDR6. Да и не может быть, чтобы в следующей линейке уже было извините там 24 раза больше. Да, У видео памяти ну просто такой скачок навряд ли а вот постепенное увеличение это более-менее как бы понятно так что вот такая вот новость ссылочка на нее будет в описании все добро всем пока до свидания